Крайней мере, у него статистика. Ну, орки на орки будет. В данной ситуации я, как обычно, ставлю на генератора. На генератора, после чего постараюсь отдачить. С мышкой уже разомкался, но может получше себя чувствовать. We'll make it okay. Делать упор на начальной атаке я не буду, потому что ничего не даст. Ну, разве что отжатие точек нижних, либо левую от базы. Так как она уже закрывается. What now? По стандарту. Вначале всегда идет все по стандарту. Казарма и. В принципе, я думаю, что противник будет делать то же самое, что и я сейчас. Так, мой лучик будет. Вот это Тем временем я вполне возможно, что тот отряд. Я стрельбу поставил, я просто-напросто убиваю. В принципе, еще доставать противникам. Тихо, я застраиваюсь. То есть я экономически сначала перевариваю, а теперь начинаю застраиваться. У противника есть одно преимущество. У него сейчас здоровый босс. Босс бесполезно стоит на базе. Нужна тут захватывать реликвию, например. Ждем, пока придет Биг Мэг и стрелки, потому что мы помним, что у противника есть два отхода. Можно сказать, что лучше сделать. И один генератор. Тем временем эти ребята у меня захватывают. Речь, на самом деле можно речь не зажимать.
просто речи не так приближаться, чем стараться. Что там у нас? Здесь нет катушек, значит, есть у противника и... Свои катушек есть, парочку агитпунктов грамм. Ну, я тут не сходил, потерял это. Это мало что решает, на самом деле. Лучше на агитпункт кра, стреляя на такое же расстояние, как учился. Лучше на Чуть-чуть не добили. This is my super behind us.
Сейчас лучше всего было бы поехать и агитпункты посносить грамм. Технологически. Тем временем не следует еще бесплатных рыбак. Oh, hey, boss!
Adiós.